компании «Непосед» проводить нечто похожее на официальную презентацию новых игрушек и обучающих материалов – дело бесперспективное. Но директор центра «Вера» Андрей Коренюк все же попытался. У нас в центре есть попечительский совет. В попечительский совет входят люди, которые неравнодушны к проблемам, к деятельности нашего учреждения. Одна из членов попечительского совета учреждения, предпринимательница Земфира Морозова, подарила центру «Вера» несколько десятков игр, наборов и приспособлений для обучения и корректировки различных навыков. Очень много интересного. Я вот как мама просто вижу, что очень хорошие вещи, подарки отличные. Сама бы с удовольствием такие домой приобрела. И какая же презентация без угощения? Все желающие могли попробовать кислородный коктейль. Ингредиенты для его изготовления также появились благодаря попечителю. Не осталось без подарка и старшее поколение. В Центре социального обслуживания «Вера» получают социальные услуги и люди пожилого возраста. Теперь, благодаря Земфире Морозовой, спортивные занятия станут куда разнообразнее. Это комплексное базовое упражнение, которое задействует сразу несколько мышечных групп, все можно отдохнуть. То есть задействуются грудные мышцы, трицепс, мышцы плеча. Вот. В рамках, опять же, тренировки мышц антагонистов. Этот тренажер станет хорошим подспорьем и для отделения реабилитации. Благодаря таким подаркам посещение Центра социального обслуживания «Вера» становится более комфортным. На сегодняшний день могу сказать, что на 90% кабинеты психолога, логопеда, зал ЛФК у нас уже укомплектованы. Это будет приведет к тому, что мы повысим уровень качества предоставляемых услуг, и тем самым детишки будут получать у нас более интересные даже какие-то занятия и уходить счастливыми. Подобные акции еще раз доказывают: мир не без добрых людей. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.